Раскаленная жидкая масса сливается в отвал. Шлак, остывая, превращается в каменистые обломки. Сколько бы ни производили, его получается 20% от производства. И у завода это была вечная проблема. Значит, потому что этот шлак надо куда-то вывести, потом после этого надо рекультивировать, это определенные затраты. Завод задумался о том, чтобы наладить переработку шлака и самому, но для этого нужны довольно-таки приличные инвестиции, которые на самом деле нам есть сегодня куда вкладывать, кроме отходов. Для металлургов это отходы, а для дорожников – неплохое сырье. Болгарская компания «Экоресурс Инжиниринг» запустила в Рыбнице производство по переработке шлака. Для Приднестровья это новое и необычное производство. Здесь будут перерабатывать шлак ММЗ. Вторсырье будут использовать как в металлургии, возвращая скрап на завод, так и в дорожной отрасли. В том шлаке, который до сих пор использовался, присутствовал металлические части в шлаке. И оно могло повлиять и влияло на качество асфальта. Сегодня мы получаем шлаковый щебень по нормативным ГОСТам, как и положено, что не должен присутствовать более 5% металлосодержащих частиц в данном шлаковом щебне. Это первое. Второе, конечно, намного легче работать с фракционным щебнем. Мы получаем на выходе 5 фракций щебня. Мелкие фракции, соответственно, будут идти на производство асфальтобетона, а крупные фракции тоже на дорожную одежду будут применяться. По всем своим параметрам шлаковый щебень превосходит гранитный. Он не фонит, он прошел тепловую обработку, у него прочностные характеристики в 7 раз выше. Фирма «Радикал», наш партнер, да, она занимается и уже сертифицировала этот материал в Молдове. Получили соответствующие сертификаты, там требования достаточно жесткие и европейские. Я был на совещаниях дорожных в правительстве. Потребление всего Приднестровья – это 30 тысяч тонн щебня. У нас в одну смену мы выдадим за год примерно 110 тысяч. Так или иначе, нам надо его вывозить за пределы Приднестровья. Есть и другое применение вторсырью. Данный щебень используется и в производстве бетонных смесей, то есть в бетонах. Есть технологии, которые из частиц шлакового щебня изготавливаются минеральную вату. В результате производства будем получать цементную муку, которая может тоже идти на переработку и использоваться в цементных промышленностях. Мы будем модернизировать со временем, будем еще открывать новые производства. С внедрением нового производства, как отмечают специалисты, решается и экологический вопрос. Наша главная цель – это утилизация. Утилизация отходов металлургического производства, то есть шлака. Это группа относится к четвертой группе опасностей. У нас практически безотходное производство. Первый ремонт дороги с использованием измельченного щебня планируется в Рыбнице по улице Севастопольской. К ее обновлению приступят уже на этой неделе. Ирина Шлаева, Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.